Обчхи! Борька, давай быстрее, Борька! Я не успеваю, хозяин, я не успеваю, размотала! Валеришка, новое видео! Подписывайтесь, ребята, обчхи! Шо, ты что, спишь? Кто, я? Не-не-не! Дверь надо закрыть, а то сейчас воры могут прийти. А я сижу тут в корзинке, на самом верху лестницы. Сейчас спущусь. Оп-оп. А ты подписался? Нет еще? Подпишись, пожалуйста. Жми на красную кнопочку и на колокольчик. Спасибо. Всем привет! У нас сегодня необычный несмеси челлендж! Да, ребята, сегодня мама нам подобрала не только котов, но и всяких разных других животных, хомячков, козлов, баранов, собак. Посмотрите, сможете ли вы не засмеяться до конца видео. Поехали! Шарик, ко мне! Срочно! О, бегу, хозяин! Сейчас, оп! Оп, оп! Ой, бау! Тихо, не смеемся, тихо. Погнали дальше, короче. Опа, сальтуха! А я тут и лежал. Хозяин, я тут и лежал. Это, Козя, ты нам тут расстелил уже полежать на пляже? Да, уже заканчиваю, сейчас вот смотри. Опа! Бля, кот убежал, видела? Круто! Олимпиада зимняя, Шарик! Хозяин, а зачем ты мне тут покрывало надел на меня? Сейчас узнаешь, поехали! Почему-то ты в сугроб едешь. Хозяин, бам, оп! А вот зачем, чтобы ты не ударил. О, хозяин, ты мне, короче, еду положил прямо на стол к себе. А ты не боишься, что я тебе тут все компьютеры твои замочу? Короче, я это тут придумал, как мне сделать себе удобное место школьное. Барсик, ты уже садишься вообще учиться, или что ты будешь там делать, ползаешь постоянно по стулу по своему? А вот тебе, Барсик, новый костюм арбузика. Какого арбузика, хозяин? Ты что, уйди оттуда вообще? Какой арбузик? Как его снять? Снять как? Борька, Борька, хомяк. Ой, тихо, 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 Лера. О, хозяин, что там? У меня просто спина чешется, я только могу почесать его сверху на шкафу. Я сейчас тут это полежу немножко, ты там оп! Паркур Роблокс, бау! Обе паркур Роблокс, а ну давай еще раз попробуем. Барашек, оп, оп! Извини, хозяин, я тут все поломал, я тут жить буду. О, качеля! Ничего себе, класс! У-ху, круто! Барсик, держись! Осторожно, она скользкая! Ау! Это, вода холодная, теплая, не знаешь? Сейчас, хозяйка, сейчас я попробую, скажу тебе. Сейчас, секундочку. Оп! Холодная, нормальная, теплая, купайся. Черепашка. Ау! Сальтуха. Жук! Жук завелся, хозяин, сейчас поймаю. Апчхи! Сальтуха! Не смеется. У! Сына, что тебя так напугало? Да я не знаю, мама, тут что-то это. Белый какой-то козлик пришел, ослик. Хозяин, можно я посплю? Так ты это, приляг, что ты там на ногах спишь? Да я засыпаю. Включите свет, срочно! Я ничего не вижу вообще. Что делать? Хозяин, бам! Ой! Еще ударился носом. Это, погремушка будешь? Буду. Слайм! Шарик, тяни слайм! О, тяну вкусный какой, сейчас похаваю. Оба! Смотри, как я умею, прыжки через трамплин. Оба, бассейн! Короче, о, хозяин, ты что тут, заниматься спортом вздумал? На беговой дорожке стоишь, можно я с тобой? А что там можно? Сейчас давай поедем. Шарик. Поломал все вообще. Борька, давай быстрее, Борька. Я не успеваю, хозяин, я не успеваю, размотала. Ты где-то под подушкой что-то спрятал, сейчас я найду, хозяин, подожди. Сейчас, где ж моя заначка тут под подушкой? Где-то ж было. Ты что, не помнишь, где-то запрятал? Ну, хозяин, можно я больше в багажнике не буду ехать, будешь? Кто это? Валеришка, новое видео! Подписывайтесь, ребята, обчхи! Барсик, ты всю черешню собрал? Да, хозяин, я уже заканчиваю. Это, подвинься. Мы не смеемся, нет. Вообще, ой, простите, был напуган. Извини, хозяин. Шел. Ты что, спишь? Кто, я? Не. Козлик, блядь. На дереве, на пеньке. Ой, вау. Не удержался.
пошли на дискотеку. Да какую дискотеку? Ну пошли со мной в дискотеку, Барсик, пошли, мне одному будет скучно. Пойдешь со мной? Пошли, пошли, пошли. Дискотека, я тоже хочу. Опа, сайтуха, цирк. Круто. Интересно, допрыгну, не допрыгну, допрыгну, не допрыгну, не допрыгну. Или допрыгну, опа. О, Шарик, ты надел спасательный жилет? Да, хозяин, я надел. Ну все, тогда плыви к берегу. Я поплыл. Так, я интересно, цирковой кот или не цирковой кот? Сейчас проверим, я цирковой. Нет! О, нет, я не цирковой кот, я обычный кот. О, побег! Наконец-то у меня появилась возможность сбежать с этой корзинки. Я уже почти долез. Ну, он уже меня не заметил. Ребята, оп, хозяин, блин, меня тут нету. Вы от меня закрыли дверь? Ну ничего, сейчас я это пау, попробую. О, ля, он пробил себе проход. Пошли гулять. Да я не хочу гулять. Ну надо идти гулять. Хозяин, прости. Ящерица, лянь, какая классная. Летела. Лера, не смейся. Я такую видела. Антистресс. У меня твоего антистресса вечный стресс. Хозяин, я уже бегу. Добежал, еле-еле вообще. Сейчас у нас Лера выпадает со стула. О, ниточка. Хозяин, пора открывать окна. Жалюзи. Жалюзи надо. Оп! Я купаться, я следующий, я занимал. Все, я пошел. Зяйка, я тут все поломал нечаянно. Прости, пожалуйста. А вот тебе сюрприз. Бау. Сюрприз, Лера, не смейся. Так, надо открыть шторы. Утро уже наступило, у нас шторы закрыты. Скользко, блин, что делать? Как? Как смочь? Как? А ну, допрыгну, не допрыгну. Давай! У-у-у! Есть, допрыгну! Бау! Не допрыгну! Блин, дверь надо закрыть, а то сейчас воры могут прийти. А я сижу тут в корзинке, на самом верху лестницы. Сейчас спущусь. Последний островок надежды в этом океане. Я за него зацеплюсь сейчас. Я висюлька на потолке. Ничего себе! Хозяин, зачем ты это сделал со мной? Что ты со мной делаешь? Как это стать? Барашек, блин, какой. Барашек. А, американский футбол, лови мяч. Нет, я ловлю мяч. Нет, не догонишь, не догонишь. Догоню сейчас. Прибил. Кто там был? Это, мама, можно я пойду гулять? Нет, нельзя. Ты еще зубы не почистил, не покушал. Когда почистишь зубы, покушаешь, пойдешь. Мама, можно я пойду? Ну ладно уже, все, иди. Дверца не закрывается, к ней что-то прилипло. Надо дверь шкафа закрыть срочно. Я зацепился, хозяин. Я зацепился. Не отлепил. Поломал. Так, вот тебе новый костюм, Барсик. Иди гулять. Хозяйка, ну что-то это, я не могу. Лучше полежу. Нет, иди гулять срочно. Ля, тут вроде воды немного, можно даже лапки помыть. О, кто здесь? У-у-у! Круто! Погнали дальше. Так, что у нас будет дальше? Он такой, ну да, умял, хозяйка, лапки намочил. Веревочка зацепилась, намоталась на этот. Как ее отцепить? Вася, ты в курсе, что ты сейчас сгрохнешься? А там внизу еще, смотри, один сторожит. О, пал. Не, мы не смеемся. Так, этот. Шарик, ты уже улегся спать? Я тебе это сейчас обустрою домик. Я укладываюсь, бау! Не уложился. Ну хорошо, это сейчас будет. Гонки! У-у-у, сальтуха! Бау! И он, короче, этот, мячик. Хозяин, тут мячик, короче, прицепился. Сейчас я его отцеплю. Я не смог отцепить мячик. Кеша, мы тебе тут покушать купили. Ты хотел покушать, мы тебе принесли. Хозяин, он же в пакете вообще. Как мне это открыть, бау? Давай дружить, давай этот, лапкой. Не трогай меня. Сколько я тебе раз говорил, не трогай меня, отойди. Ну, пожалуйста. Нет. На, бау. Надоело ему дружить. Надоело ему дружить, мы не смеемся. О, Зорька. А тебе не кажется? Что ты там делаешь? Я тут это, хозяин, хочу себе домик залезть. Это же большой. Да ничего, я себе это тут стеночку забрал и пошел. Круто,
это, ребята, напишите нам, кто из вас сколько раз засмеялся и кто из нас больше раз засмеялся, я или Валеришка. Мы вас всех очень любим. Всем пока-пока! Подписывайтесь на наш канал, ссылочки на два других канала в описании, на Инстаграм тоже. Пока!